Всем привет! Сегодня 8 сентября. Мы приехали вновь туда же, где мы были вчера. Сегодня уже будем точно заказывать кухню. По размерам считать, прикидывать, планировать, уменьшать стоимость. За маленькие деньги хочется хорошую кухню. Да, это, наверное, всем хочется. Так и будем делать. Это для Кировски мегадом это. Мы на том же месте в тот же час. Катя у нас работает. Смотрите, рисует. Ой, я прямо... Она сначала ведь рукой рисует вот так все. Вот тремя штрихами, и кухня готова. А потом переносит вот это вот, как 3D называется, да? Раз. Вот видите, какая у нас кухня будет? Чух. Ну, вы уже представили, да? Уже все представили. А, Катюша, ты эти два пенала-то слева делаешь одного размера, да? Вот эти. Хотите больше? Больше-меньше? Может быть, крайний чуть повыше? Можем сделать. Сейчас посмотрим, да, пока. Это который возле окна? Да. А телевизор? Вот телевизор как раз на него и поставить повыше. Нет? Нет. Нет? Ну посмотри, у нас вот так будет духовка, вот так вот будет духовка. Вот, а если чуть вот так вот повыше, сантиметров на 20. И куда ты говоришь? Все, ребята, вот. Нет, подожди, микроволновку. Микроволновку он возле плиты поставить. Вот над плитой будет вытяжка. Ну да. Вот Катя, ты не нарисовал нам вытяжку. Сейчас нарисуем. И вот возле плиты ставить мультивар. Вот такая кухня, окончательный вариант. Тогда вытяжку надо длиннее. Да не совсем длиннее она так. Нам можно 800-ю взять. Она все равно будет уже протягивать сколько-то. 600, 30, да, и 20. Или 20 туда, можно 900-ю взять? Нет, 20-30 сюда, чтобы перекрыло мультиварку. Олеся, весь твой вариант. Холодильник. Микроволновка, шкафчики, мойка, плита, духовой шкаф. И сюда вот мультиварку мы поставим. Ну а все остальные приборы будем вытаскивать по мере надобности. Все тестомесы, миксеры и прочее. Так, вот тут посудомойка будет стоять. Тут шкафы под посуду. Ну, тут все уже шкафы и остальное. А как отдельно, он слева. Ребят, такой, вот так есть. Нормально будет? Столешница вот это будет, а сама кухня будет вот так белая. Серо-белый. Все замечательно. Так, обратите внимание сюда. Серо-белый. Можете Олесе. И вот сюда. Олеся обязательно. Я, собственно, больше-то для нее и снимаю. Так, Это столешница. Все, со столе. И нам теперь надо будет потом стол такой же искать. Да. А, ребята, сделают. Да, здесь, видел наши ребята, капристы нам даже и стол. А мы вчера ходили, стол выбирали, потому что все сказали, что столов не будет. А мы же капризничаем. Стол нам сделают. Вот сейчас Катюша нам вешает нам. Только такие у меня программы. Ну, это пусть, да, это там это уже будем выбирать. Это 90, да? Это 85. Ну, в принципе, вот так оно и будет. Она как раз и перекроет мультиварку. Да, мультиварка будет там же рядышком стоять. Я даже, знаешь что, мультиварка даже на плиту поставлю. Мультиварку на плиту поставлю. Я ее, потому что у себя хотела поставить, но мне там было неудобно ее розетка, негде. А тут пусть она, я же когда готовлю, это... Готовлю на плите, сдвинула. Если на мультиварку поставила. Все, придумали тут же на ходу. Тогда и эту, и вытяжку меньше можно размером сделать. Да? Ну, это уже мы. Ну, это там посмотрим. Это посмотрим. Это уже потом дополнительно. Так, значит, столешницу мы придумали. И стол такой же у нас будет, значит. Стол. Так, продолжим. С чего мы продолжим? Вышли мы от архитектора. Все, конечно, хорошо, все прекрасно. Учли все наши пожелания. Сделали все по минимуму.
без всяких там финтифлюшек, каких-то там навороченных чего-то, механизмов. Вот все поубирали, вы не представляете, сколько это все насчиталось. Вам это даже представить страшно. Ну, кто делал кухни, конечно, или вообще ремонты, все, конечно, понимают. Мы даже не учли еще стол, который, ну, обеденный стол, вот эту кухню, которую я вам показала на камере. Вот, она, Катюша нам обсчитала, и она выходит 112 тысяч. Плюс стол 1020 будет. И плюс еще у нас напротив кухни, вот надо закрыть этот газовый котел, там мы делаем фальш-стену. Тоже там с полками и закрываем под, ну, дверки делаем стеклянные, крашеные стеклянные дверки. Думали там, не знаю, просто если делать деревянные, ну, цена тут не важна, тут она разница между зеркальными дверками, обычными деревянными и стеклянными вообще ни о чем, без разницы. То есть вот эта фальш-стенка с полочками стоит еще 60 тысяч. Вот и посчитайте, 112, 20 стол и 60. Плюс техника. А еще технику надо купить. Варочную панель, духовку и, короче, за 200 вытяжку, да. Короче, мы оставили все это дело под большим вопросом. Нету у нас таких денег вообще. Вообще нету. Даже и не предвидится. Даже если будем брать, у нас уже на спад уходит торговля в магазине. Все уже ближе к зиме. Сентябрь еще выручка будет. Там в октябре все уже. Уже брать неоткуда вообще деньги. YouTube, сами знаете, сейчас тоже практически не платит. Мало платит. И у нас нету денег. Ну и остается один единственный вариант. Подработать нашу старую кухню. Купить только стол к нему. Вытяжку. Вытяжку взять. Немножко передел, потому что мы будем полностью вытаскивать это, эту кухню, выносить на веранду, ремонтировать все это и заносить. Вот единственное, там, наверное, поменяется фартук. Потому что мы, если отдерем его от стены, да? Да нет, он у меня просто прикрученный. Прикрученный, да? Может быть. Ну, там как-то, может быть, не знаю как, но как-то переделаем мы немножко кухню с этим, с нашим вариантом. Ну, а что делать? Ну, и фальш-стену тоже сделаем. Поедем в Леруа Мерлен. Да. Купим готовые эти двери, да. Панели там, они готовы, продаются. Они вот так, кстати, там недорого. Всю фурнитуру купим. И Ильгиз сделает сам. И полочки тоже сделаем сами. Кстати, в Леруа Мерлен и полочки даже можно там купить. Готовые. А можно доски у нас есть. Выстругать, покрасить. Да? Ну, короче, наверное, будем делать так. Нет, нету. Просто нет таких денег. Больше 200 тысяч. 200 мне, это даже не обсуждается. И она почему-то вчера мне сказала, говорит, ну, мы можем 80 вложиться. Ну, 112. И плюс стол еще 20, это получается. Да он даже не 20, он больше вытянет. Он даже больше вытянет, да. Это мы 20, она, а 12 она взяла одно полотно. Это я еще не сказала, что оно раздвижное, там с механизмами он еще дороже. Но мы цены-то мы вам показали вчера на столы. Там, которые бы нам хотелось, он все равно стоит за 20. Так лучше за 20 один стол купить нам на кухню. Там за 25, например, какой тот, который нам надо. Подобрать по цвету к нашей кухне. Вот такие дела, вот такие пироги. Ну, что делать? Ничего. Будем жить на минимуме. Ничего страшного.
Когда будет возможность купить, да, тогда и купим. Да. Что со штанов-то вылазить? Потому что сейчас еще на ремонт. На ремонт денег много уйдет? Денег, да. У нас это... всего 100 тысяч. Да, у нас всего 100 тысяч. Все. У нас нету, да. Вот мы сейчас тоже выходим, прикинули, что и битой, и это. Надо. Я-то думала, что сказала за 80. Думаю, ну, тут на ремонт там. На пол сколько встанет? Думаю, мы его растянем на 3 месяца, а вот эти деньги будет, ну, к ремонтам и технику, может, там, посудомойку обязательно надо купить. Вот с посудомойкой мы даже уже прикинули, как где у нас будет стоять на старой месте, ну, в старой кухне посудомойка. Вот. Ладно. Не будем забивать больше голову. Олесь, спасибо, что ты поучаствовала в жизни моей кухни, дала мне хорошие наметки. Вот, кстати, мы сделали ее, вот, ты посмотрела, вот мы сделали точно так же, как ты нам предложила, и нас бы все устроило, вот все устроило, но нас не устроила сумма. Так что остаемся при себе, при том, что есть. Значит, будем кухню делать под коричневый цвет, вот как есть кухня. Mm-hmm. И шторы такие же брать, и фальшстенку будем коричневатую делать. Ну, не коричневатую, как бежевая она там считается. Бежевая. На ней зато грязи не видно. На этом цвете. Но на белом тоже хорошо. Я сейчас прямо радуюсь своей комнате. Мне белый цвет вообще устраивает. Вот полы, конечно, надо потемнее. А вот верх белый, это на полах очень много. Ой, вообще. Хоть с утра до вечера их 3. Кошка пробежала, шерсть. Я носками прошла, сразу мусор. Вот вообще на светлых полах все видно. Тут надо не в своем доме, наверное. Ну или вообще быть очень-очень чистенько. Тут носки снять, одни носки снимать, вторые одевать. Чтобы зайти в комнату на белый пол. Ну, короче, на белом полу очень видно всю грязь, весь мусор. Это не только у меня, кстати. Я спросила. У меня и у детей тоже в спальне белый пол. Он говорит, тоже все видно. Тоже так же все видно. Едем мы сейчас по городу. Я говорю, Ильгиз, а давай-ка сразу в Леруа съездим. Посмотрим цену вот этих сдвижных дверей, ну, из которой нам сделать фальш-стену надо. Там и, может, полочки. И посмотрим цену плитки на пол. И по цвету определимся уже тогда к этому варианту. Все равно это уже нужно будет брать. Уже вот-вот надо будет брать это. Сейчас заедем, пообедаем. Время обедешное, уже 3 часа дня. Сейчас мы заедем в узбекскую кухню. Вот 3-й раз будем заезжать. Как раз на пути. Возьмем пловик или что-нибудь, или шурпу возьмем, да? Посмотрим. Картошку. Ну, посмотрим, что там у них есть. Ну, так-то хорошо у них, вкусненько все. И проедем, посмотрим. Да, сейчас едем, успокаиваемся. Что? Ну, мы, собственно, сильно-то и не планировали. У нас это, конечно... Вот когда думаешь, например, вот я, например, вот нарисовала себе в голове, да, вот вдруг... Хотя у нас изначально было, что мы кухню менять не будем, да? Изначально mm-hmm. так и было, что у нас нету денег. Куда рыпаться? Зачем? Нет, вдруг один совет... Анечка, конечно, это не в твою плохую сторону. Просто перевернул в голове, вот, что да, может действительно, ну, поменять. А эту кухню вынести на веранду. Потому что веранду все равно мы будем переделывать. И все равно будем также ремонтировать. И в этом году хотели, не получилось. Тоже будем как-то что-то переделывать, чтобы летом. Потому что я все лето там готовлю. Этот раз и вам показывала. И впервые я показывала вам. А так я все лето готовлю там. Потому что там газ. Мне там удобнее, там никаких запахов не идет в дом. Мне нравится летом готовить. Мы все равно там, да, и воду выведем, и канализацию, Люби сказала. Ты, говорит, вообще по щелчку. Там даже думать не надо. Там летняя канализация, летняя вода, это ни о чем. Вообще быстро все делается.
Конечно, быстро это делается, можно было давно это все сделать, но другие проблемы возникают. Тут проблемы, и все завязано на деньги, все, вот все. Поэтому, и тут, значит, когда вот даже нам начали мы его, даже вчера пришли, посмотрели эту кухню, да, ну, поговорили, сегодня вот она обсчитывала, я посмотрела на эту сумму, и все, и думаю, нет, нет, нет и нет. Это нужно, не знаю как, упереться, это какие надо деньги иметь, это если бы был у нас запас денег, конечно, тут даже без вопросов, но нету у нас таких денег, значит будем, и прямо как-то так опустила, хорошо стало в душе, что всю жизнь мы все делали сами, все своими руками, я говорю, единственный вот, сделали сейчас спальню мне, ну, потому что тут нужны были эти ящички, ну и заодно Ильгизу, хотя Ильгизу можно было бы, да, подешевле, да, ну тут что дешевле вроде, что дешевиться сделали, чтобы обоим было не обидно спальни, а все остальное опять все своими руками. То есть нежели богатые, нечего начинать. Вот мы уже пообедали. Так вкусно, так хорошо, после обеда спать, конечно, хочется. Но поедем все же в Леруа. Еще хотела интересный моментик один сказать. Сегодня утром, собираясь ехать в город, чтобы обсчитать кухню, я, значит, засунула руку в сумочку, чтобы взять ключи и закрыть дом. А ключей там не оказалось. Мне даже ключи подсказали, что куда ты едешь, не надо ехать, оставайтесь дома. Это не ваше. Ключи я так и не нашла. Закрыли, естественно, дом-то у нас не одна, ведь связка ключей. У Ильгизы тоже. А ключи так и вот где-то дома. Не знаю, каким образом они у меня попали в другое место. Деменция начинается. Уже руки делают не то, что надо. Всегда автоматом. Автоматом ведь все делается. Закрыл дом, положил ключи в это место. Открыл, чтобы открыть тоже. Да вообще любое это. Сахарница стоит тут, ложка лежит тут. А тут уже начинается искание. Это куда-то не туда положил. Тут на месте одно нету, другого нету. Надо задуматься. Да хоть думай, хоть не думай. Все равно это, если это есть, то есть. Вышли мы с Леруа. Немножко Ильгиза подожду, он там разговаривает. Подошли мы к сдвижным дверям, посчитали двери направляющие, ну, как шкаф-купе. И он нам встанет в 15 тысяч. Ой, а нам насчитали 60 тысяч. То есть ручной труд, свой труд, он никак не оплачивается, если ты сам делаешь. А материалов на 5 тысяч. Ой, на 15 тысяч. И все, красота, полочки. Двери возьмем с направляющими, а полочки, Ильги сказал, вообще будут бесплатно. Он нарежет дома доски, какие есть, ДВП, там еще что-то. И все, и будет все без проблем. Ну все, мы определились, успокоились. Все сделаем сами. Никаких денег нет, мы это больше тоже деньги-то мы потратим, потому что даже то, что мы запланировали делать, и то очень так это порядочно уйдет денег. Но кухня останется той же самой, немножко, может, подработаем где-то как-то, маленько обновим. Ну, обновим как? Помоем хорошо с фаберликовскими чистящими моющими. Не все, и поставим ее точно так же. Сегодня, ребята, жарко на улице. Покажу так. Так покажусь. Очень жарко сегодня. Мы выезжали, было 22. Ну, сейчас, наверное, 25 показывает. А уже ведь одеваешься это не совсем легко. Все равно как-то уже одеваешь более такую одежду.
поплотнее, потеплее. Но лето продолжается, продолжается лето. Хорошо, конечно, здорово. Все, на этом я буду прощаться. Все рассказала. Ничего не утаила. Ничего не придумала. Ну, как есть. Все, всем пока-пока и до новых встреч.